Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и это гайд, как скачать The Isle of Rima, либо перейти на ветку Legacy, либо вдруг каким-то чудным образом разработчики спалили нам код, скинули, короче говоря, чтобы поиграть на публичных стресс-тестах и тому прочее. В общем, да тут все легко, ребят. Таких гайдов куча. Но постоянные вопросы ко мне. В общем, короче, смотрите, заходите в свой Steam, вашу библиотеку, ищите здесь ваш The Isle. Правой кнопкой мыши заходите в свойства. Далее, бета-версия. Если у вас установлена Legacy, у вас здесь ничего не будет. Нажимаете левой кнопочкой мыши, и здесь будет Эврима. Опа-на, Эврима, она бесплатная, сразу говорю. Если вдруг разработчики выкидывают какой-то код на публичные тесты, еще раз повторюсь, вы этот код вставляете вот сюда. Далее проверяете, и у вас здесь должно появиться новое бета-тестирование. Все, переходите на него, все автоматически загружается, и вуаля, можете играть. Пальчик вверх, подписка на канал обязательно. И лайк.